На Японию обрушился тайфун Лан. Отменены сотни авиарейсов. Железная дорога работает с перебоями. А вот выборы, несмотря на тайфун, решили не отменять. Сегодня японцы голосовали за депутатов Нижней палаты парламента. По последним опросам лидирует партия премьер-министра Синдзо Абе. Политсила может получить 311 мест в парламенте. Всего их 465. С таким результатом Абе сможет внести изменения в Конституцию. Он неоднократно заявлял, что хочет реформировать силы самообороны Японии в национальную армию. Такое решение могут принять впервые после Второй мировой войны из-за угроз со стороны Северной Кореи.